Hey, I got some good news. That race against the Sleaze Boys did just what we needed it to. You still want to go for the league? Then this is it. Hey, I do, but after what happened... Look, that asshole might have taken my wheels, but that's all he's taking. So I'm getting my car back, and I'm in. Now there's a crew out there slaying everyone they go up against. Call themselves the Dream Killers. Word is, the league's impressed. I'm thinking we kick their asses and take their place. When do we start? You're not on their radar yet. Get out there and change that. I'll be in touch. Так, короче, что-то надо сделать, что-то надо достичь, чтобы вернуть Ане тачку. Я всех приветствую на своем канале, с вами Тева на канале Тиа Геймс. Мы продолжаем проходить Need for Speed Heat. В принципе, можно подождать, чтобы тут текстуры прогрузились какие-то, но вроде бы все нормально, вроде уже можно играть. If you wanna know, trip down. Ну, короче, все, нас уже зовут на гонки. Надо достичь обязательно 11 уровня репутации, так можно проапгрейдить тачку до 200 уровня сил. Я не знаю, что это там значит, сила, репутация. В общем, это надо сделать. Я выбрал, кстати, и выбрал я дневной челлендж. Первый, не знаю, что это значит. Надо, ну, понятное дело, выиграть два ивента, но с какими-то перформансами, рейтинг 2... А, 200... Все, понял. Выиграть два дневника... Дневник в школу. Выиграть два дневных, при том уже быть на 200+, у нас 193 пока что. Ну, проехать мимо 6 ближайших тачек, это понятно. Одна звезда Activity. Что это значит, я не знаю пока что. В общем... А, чё в общем, какой в общем? Ух ты, ёпсель. В общем, пройдем сейчас гоночку, которая называется Stardust. Я так решил, звездная пыль. Там была изображена прям BMW, прям хочу. Чё ещё хотел сказать-то? Я еще не помню, что я хотел сказать. В общем, поехали. Сделаем... А что по движку? Сделаем это. Надо будет этот щит сбить. Он меня уже достал. Сейчас, момент, я все-таки сделаю это сейчас. Сейчас у нас тачка помощнее, мы можем это сделать. Так, думаю, 200 хватит. Почти. Отлично, наконец-то. Какой трэш. Так, вот и наша звездная пыль. Поехали скорее выполнять. Добиваться денежек, между прочим, 11 тысяч. Ну и репутацию поднимать. И мы крутые здесь просто вот сразу. Выдел такой. Офигенчик. Так, меня учили, помню, дрифтовать, а я все равно по-своему ручник жму. По привычке. Ты смотри, кто-то даже догнать пытается. Пытается. О, смотри, даже что-то стало получаться у меня в дрифте-то. Заношусь. Это, конечно, серкьют, мною нелюбимый круг, круговые гонки, но благо они короткие. Ух ты, ёпсель! Фух, я спасся. Спасся чудом, чудо-тачка, чудо... Чудо водила. Может, водила чуть поменьше чуда, но тачка настоящее чудо. процентов. Мне нравится, что здесь есть проценты даже в кругах. Прям нововведение. Не помню, если в предыдущих Need for Speed'ах это тоже есть, не обратил внимания.
Надо бы заглянуть в пейбак уже, посмотреть, так ли это там, нет. И в Need for Speed 2016 в обе части играю. Одну с прохождением, одну без. Что-то какие-то непрогруженные там эти экраны. Так, вот как здесь войти в цепочку, у меня еще как-то... Наверное, все-таки правильно, я там ручник зажимаю. Но может и нет. Моника отстала на один... Нормально. Тут, наверное, все по 120, я не помню, или 140 у них было. Ну что, это все-таки новые гонки, которые доступны, чё? Чё я могу поделать? Пройти надо, я прохожу. Реворд неплохой, да, Никита. 111. Ну, вообще позорище. Конечно. Так. Не, ну это ничего не так. Где пишет, какой нас... Ну, вот пишет здесь. Но мы так ничего не достигнем никаких. А, тогда давайте из дневного ивента я выберусь, потому что... Никакого толка от этого нет. Да еще и копов днем нет. Я репутацию так не подниму вообще. Так, а зум ин. А, shift. Ну что, попробую? Что-то надо сделать-то, интересно. Давайте попробуем. Cop came in to inspect my records, making sure I'm checking licenses. Looking for an excuse to shut me down. But they can't, right? They just ain't found the right excuse yet. Look, I know you like attracting attention, but it's not always a good idea. You hear me? That spotlight shines on everyone around you. I'm sorry, I didn't mean to... Hey, forget about it. I could look after myself. I'm kind of glad Anna's off the road, but don't tell her I said that. Just know what you're getting into. Got it. I'll see you later. See you later. Что-то произошло, что за столбы погнутые. Так, сейчас моменты проверить. Ишь. Прям просто огненная скорость. Вау. 250, уже такие ощущения. Смотри-ка, что ты сделал. Так. Что-то надо. Спид-чек. Давайте попробуем спид-чек. Ух ты. Там две мои машины.
И... А. А что там делал Митсубиши? А что здесь? Вау. Чтобы Митсубиши было быстрее. Ёпсель, какой мощный. Так, я беру свои слова назад. Это будет непросто. Ой. Меня так не заносило ужасно, по-дурацки. Ёшкин-кошкин, сколько поворотов. Ух ты! Ой, почти получилось, смотри, почти получилось. Куда ехать, блин? Вижу по карте, видел, что будет что-то. Опа! Напряженка. О, все, круг прошел. Отлично, да? По прямой! Ё-моё! Отлично, хорошо, забор не выбивается. Все, круг проехал, точно. По второму поехали. Все было в принципе легко. Вау. Ух ты, блин, мне показалось, надо туда ехать, потому что пробито мною. Фух, бешено переключаем. Блин, 700 метров от меня чувак отстает, или чувиха, скорее всего чувиха. Все-таки девушка. А я тут пытаюсь еще как-то оторваться. Все же, без шансов. К сожалению, без шансов уже против моего BMW. Против меня и Бэха, чем мы уже победили, но, конечно, рано об этом говорить. Еще надо доехать. Но все-таки... Четенько, конечно, мы впечатались, но все. Это победка. Получено достижение, 2 гонщика, 1 дорога. Классно. You beat Morali. Хорошо. Не знаю, реально ли это был рекорд кого-то. Ну, скорее всего, да, но... Как бы нам специально дали, как бы, фору, чтобы мы победили, мне кажется. Ай, но новый Rival U. А в принципе, смотри. Это же тоже работает, да? Выиграть ивент 200+. Нет, у нас не было 200+. Мне все, хватит одного. Я попробовал. Не проходить же нам одно и то же. Так, нам 8 вроде делалось. Два раза на 8. А, вот, смотри, да. Слушай, давай тогда я этот пройду. Давай тогда еще раз. Не надо ничего ждать. Если это не то же самое, ну там вроде них был другой. Да, смотри, тачка другая. Я правда не знаю, что значит One Star Activity. Наверное, это побит, наверное, скорость. Как он погнал, смотри. Ёшкин. Опа, тихо. Опять 25. Вау, 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 вау. Какой неповорот. Смотри, не, он меня сделает сейчас. Спид, 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 Ghost Silver. Ты меня сделаешь. Офигеть. Офигеть, смотри, одну и ту же трассу я вроде бы прохожу. Беру свои слова назад. Вроде бы проходил лучше. Но чувак заставляет меня понервничать. Победа за ним. Ступодникова. Смотрим, продолжает отдаляться. Упс. Ладно, все. Это фиаско, братан. О, как-то выйти из ивента-то. Quit, но не из...
Во, да, все. Ладно. Я понял, с этим мне не тягаться. Что там за... вот это? То, что проходил... Нет, подожди, это чем другое. На крыше, что ли? Вот это что это такое? Дрифт. Ну, слушай, ну, рискну. Я просто как думал, самому надо быть на тачке 200+, но оказывается нет. Так, сколько надо? Набрать 60. Хорошо, мы справимся, я знаю. Класс, мне нравится, что... набирается даже за заборчиком, но не совсем честно и не совсем... Ух ты! Рановато. Ничему не научил меня... этот парень в прошлый раз. Какие-то 40 тысяч ему набрать надо было. Я набрал 70, но тачка была более дрифтовая. Я здесь не установил колеса, которые нужны для дрифта. Еще я попытаюсь просто примерно посмотреть, сколько я могу набрать с такими колесами, если особо не лажать как-то. Не, ладно, все. Я понял. Не для меня... Ух ты, стой, куда гонишь-то? Гонишь без моего ведома. Ладно, поехали лучше. Все-таки хочу себе попробовать в гонке. Так, еще... Ну, давай. Да? Давай это попытаюсь. Сегодня прям день челленджей. Почему бы и нет, давай. Hey. What's up? Not much. You okay? Yeah. This having wheels, huh? You have no idea. I'm literally having daydreams about stealing the kid's go-kart in my neighbor's yard. Да-да, приедем мы к тебе. What's the top speed on that thing? Downhill looks pretty fast. Look, I got some money. I could... No, thanks. Да, у нас money, у нас нормально, почти 7 тысяч. This is on me. I'll let you get back to it. Ну как хочешь, что-нибудь шикарное хочу. Так, сколько надо, чтобы добраться к Ане? Где она, кстати? Так, DXS, совсем про него забыл, извиняюсь. Его типа можно. Типа можно, и можно будет рискнуть попробовать. Так, где находится Ана? А, вот она здесь. Чё? А, ну всё то же самое. В принципе, а, и 11 уровень репутации. Ну все, как будет 11, доедем к Ане. А сейчас надо к Декси доехать все-таки, бедняга. Значит, сюжет не пойдет, мне кажется, вперед. Нифига себе у него развалы колеса. Контейнерс. Левел 193 у него тоже, да? Значит, шансы плюс-минус. Плюс-минус на водилу. А, ну смотри. Мне кажется, я уже быстрее. Ух ты. Узенько. Блин, мне нравится этот трек. Мне нравится этот... Простите меня, я ужасно лажанул. Думал, проеду. Не, ну плюс-минус побед за нами уже. 40 про... Чё он такой быстрый? Ё-мо. Опа. Круче было бы еще не сбивать эти, но я не уклюж.
Все, чувак, до свидания, давай. Я выполнил второй дневной ивент, как надо было, 200+, you beat Speed Ghost Bronze. А, ну все-таки да. Никнеймы, типа, вымышленные специально для игрока. Так. Непростые чувачки из интернета. Так, вот это, типа, да, надо? Ну, сейчас мы разгонимся еще. Вот это одна звезда. Мне кажется, этого Activity. Так, о! Смогу? Конечно, да. Ёшкин, смотри! Йо, я сделал, но какой ценой? Ой, блин, бедная тачка. Скорее чиниться. Что это, покраска? Что это дает, кстати? Коллект? Понял. Порт Мёрфи. Сюда можно вперед? Ни хрена себе. Вот этот тролль. Прости меня, Бэхан, но... Critical damage. Бедная машинка. Это оно, отлично. Погнали скорее чинить машину. Те ж починг это, блин. Я, кстати, да, я понял, почему меня поймали копы. Я пересмотрел вчера на монтаже, что да, у меня машина-то была совсем разбитая, и толчком я просто ее доразбил. Вот что и произошло. Почему там две Анны на радаре? Что у нее за два ивента? Момент. Анна раз и Анна два тут была. Или у меня глюки? Вот, да. Тоже 11. Take on Nari. Take on Oscar. А. Значит, всегда было, а я только сейчас... Не надо меня врезаться. Брат Бэха. Брат Бэха, давайте по GPS найдем заправку. Ё-моё, она там впереди. Ближайшая, да, самая? Ладно, GPS не нужен, просто ехать прямо. Знаем, мы справимся. Давайте в коллекцию возьмем себе. А где эта штука-то? Где это собирательство? Так, ладно, пофиг. Жесть. Ух ты! Тихо, осторожно. Не засматриваемся, куда не надо. Все-таки копы еще днем ездят. Нет, это не они. Днем они отдыхают. Отлично. Мне легче стало, полегчало сразу. Так. И проехать мимо. Сейчас как раз выполним дневной ивент. Репутация в плюс будет. Сразу пройдем на Дексы. Я обещал уже с прошлой серии, что мы это сделаем. И пойдем по сюжету. Так он Оскар, так он Нари. Так. Ой, ёпси. Тихо, извиняюсь. Так. А, все мы сделали, да? Вот мы еще что-то сделали здесь. Жди, ну по идее выполнили мы дневной челлендж. Ну да. Ладно, все, возвращаемся в гараж тогда. А вот я не понимаю, что иногда нельзя. Иногда берешь, и иногда нельзя, и надо доезжать до гаража. Так, где ближайший гараж?
Ну давай гараж какой-нибудь поле. Как раз его откроем. Какие дерзкие, блин, здесь ездят. Дайте по полю мне. Просто хочется по склону подняться. Конечно, зазря. Мне просто... Оп! Мне просто нравится, что здесь можно везде ехать. Оказывается, сюда и надо было. Ладно. Я понял. The biggest сокращалыч. А, нас прям показывают ехать. Но здесь, потому что дорожка есть, понятно. Нормально, так из поля выпрыгиваем из-за кадра. Спидлимит 35, нахрен. New garage open. Так, у меня для вас, у меня для вас отличные новости. Мы достигли 11 уровня репутации. Можно... Блин, сколько всего можно... Сколько всего перформанса-то? Давай, 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 давай. Хочу 200. Охренеть. Так, давайте шины тоже дрифтовые поставим. Дрифт. Наверное, и новый есть дрифт. Вот, конечно, пожалуйста. Хотя сейчас оно ни к чему. Сейчас оно... Не надо, пофиг. Сейчас оно ни к чему не буду ставить. Но что-то все равно надо поставить. Сейчас полный апгрейд. Не знаю, зачем, но пускай будет. А что все в минус? Вообще ничего не меняет, смотри. Можно ничего не менять. Ладно. Это уже есть. Ничего не надо делать. Suspension. Ух ты. Ух ты. Здесь 12, давай. Сюда. Смотрите, какие мы крутые стали, Аныч. 217. Мне не жалко денег на такое. И вот это. 220. Все замечательно. Все потратили вообще. Просто. Подожди, стой. Что тут по челленджам можно выбрать? Так, ну дай. Все равно можно дать. Тут... А, ну почти. Стай баф. 241 км в час. На 5 секунд, конечно, можно. Вообще легко. Instant Drift Zone. Давай, давай. Пускай будет. И поехали к Декси, потому что я обещал. Обещал, это надо делать. Yeah, it was we until the impound said they got no record of taking my car. Apparently it never happened. That's messed up. You're telling me. Sorry, but you're riding solo on this one. Good luck. Так, Анна, я понимаю, что... Тебе все равно, если я прогоню здесь, да, на 180? Отлично. Вот что значит уважение к нетфоспидерцам. Что я сказал? Сам не понял. Так, Декси. Чтобы тебя не разочаровывать, пройду уже тебя. Хоть, наверное, это никак не повлияет сейчас на сюжет.
а потом сразу к Канычу. Какие скорости? Так, надо продержаться больше 5 секунд без Б. Ёшкин-кошкин. Не знаю, сколько я сделал, но... А, это зона дрифта. Все, погнали. Дрифт-зон. Откуда же я знал-то? Еще помнил, что здесь дрифт-зон. Таргет 20. Конечно, не совсем ожидал, что здесь будет. Вот, да, здесь надо звездочку набрать. Одну. 25 тысяч, что это такое? 25 тысяч чего? А, опять дрифт. Не, подожди. Давай попробую вниз. То же самое. Если можно вниз. Почему нет? В обе стороны можно, по идее. Красиво, но не мощно. Шины явно неподходящие. Привет, мистер полицейский. Так, до звездочки даже не дотянуло. Ну, почти, почти. Блин, 16 тысяч. Я понял. 20 тысяч надо для одной звездочки, ничего. Не шибко сложно. Поменяю шины, и возможно, тогда можно будет это сделать. Я не ожидал, что здесь будет вода, постоянно забываю. Все отлично. Сбиваем камни, как кегли. Так, Декс где-то там далеко запрятался-то, ё-моё. Что-то по челленджам еще. Так, да, первая выполнена. Так, вот он, Декси. Тут должок прям. Я не могу проходить вот уже следующий, пока не пройду это. Это надо было давно сделать. И я сделал, но так как я игру перепроходил, то надо еще раз. U-220 вообще, блин. Чувствую себя... Не знаю, надеюсь, это что-то сюжетное, но вот я просто... Я не могу это так оставлять. А, все? А в смысле? This is it. Даже не дали доехать. Ладно, хорошо. Мне придется вырезать лишнего. Как-то здорово и замечательно. Погнали уже. Скип. Покажем мальцам, как надо гонять. Ну слушай, чуть-чуть удивлять. Я на BMW i8. Что еще мне тебе говорить надо? У меня остался должок, мне надо пройти эту гонку, иначе совесть моя нечиста будет. И все. Уже 10%, как нефиг делать. Починка не работает, жалко. Да нифига. Может, тебе и весело, конечно, будет от такого. Конечно, весело. Парень приехал на супертачке гоняться с... Ладно, не будем продолжать. Вот такая вот не особо веселая гоночка получается. Ну, просто вот надо пройти, вот я и прохожу. Перед основным-то сюжетцем надо должок отдать. Надо было тачку выбрать по... Первую вообще выбрать и проехать. Ну ладно. Научимся дрифтить. И то хорошо, какой-нибудь опыт поднаберем. Опа. Что-то я тебя не особо вижу за километр. Теперь
теперь уже и за два будет. Final lap. It's a final lap. Жалко, дрифт не зачитывается здесь. Заодно бы поднабрал очков стиля, как Need for Speed Underground. Все-таки починка должна работать. Что это такое? Классный был заборчик картонный, пенопластный. 500 метров remaining. Хорошо. Ух ты, кого-то догнал. Ты что, удивляешься-то? Чему удивлюсь? А, да? А поможет моей тачке? Sweet suspension kit. Интересно. Если пройдем его след... Сейчас что же Декс будет? Так, ну чё? Появился еще Декс на карте, да? Еще одна гонка с ним. Пульбас должна быть. Реванш. Нет? Ана-Ана, да? Два раза, я уже думал, что вдруг один раз будет. Нет, Ана-Ана и этот. Блин, я хочу с ним пройти эту штуку, хочу. Интересно. Но сперва Аныч, я обещал, но сделаем это уже в следующей серии, потому что время поджимает, уже набежал уже хронометраж, поэтому не хочу делать эту серию особо длинной, тем более мне кажется, что там будет обязательно что-то сюжетное, это будет... интересно, и предлагаю отложить. В общем, всем спасибо за просмотр, ребят. Всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока. Вообще быстрый, очень быстрый. Интересно, с копами, по идее, днем тоже можно, если их как-то подбить. Я думал, что их днем нет, но они есть. Просто ночью, не знаю, они более заметны, что ли. Так, ладно, все, откладываем на следующую серию. Все же здесь было. Кстати, что было по дневному челленджу, чтобы я знал уже наперед, что там будет. На старт на Drift Zone и два ивента по 200+. Ну, значит, по идее, должно у меня сохраниться, даже если в гараж светло. Заодно и узнаю, сохраняется это или нет. Ладно, засим. Чуем.